Ноги на ширине плеч, спина ровная, плечи опущены, руки расслаблены. Поворачиваем голову в правую сторону, затем медленно тянем подбородок вперед, в межключичную ямку. Далее поворачиваем голову в левую сторону, затем давим подбородком на седьмой шейный позвонок. Важно сохранять плечи ровными и не запрокидывать голову. Соединяем все движения в один плавный круг. Выполняем до 10 повторов в одну сторону, затем до 10 повторов в другую сторону. Дыхание ровное.